Какая стратегия управления у ритейла в Україні і чим отличаються наші магазини від європейських? Ти знаєш, мене цікавить не продуктові мережі, а промислові. Саме про це ми запитаємо у Дмитра Косе, якого ми очікуємо в нашій студії. Дмитро Косе – бізнес-консультант. Закінчив Одеський національний університет імені Мечникова, кандидат наук, доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Більше 15 років досвіду роботи у роздрібних мережах на ринках Польщі, Туреччини, Казахстану, Росії, Грузії, Молдови з моменту стартап до розбудови мережі. Нині керуючий партнер консалтингової компанії KBC. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго утра. І традиційно ми хочемо задати вам запитання, який ранок вам запам'ятався найбільше у вашому житті? Це був ранок, коли народився, коли народилася моя перша дитина. Ви відчуття ті пам'ятаєте? Вони схожі з чимось? Вони вряд ли з чим-то схожі. Просто почувствувався отцом, почувствував свою відповідальність за нього, почувствував, що в мене тепер є класний син, который будет со мной жить. Ну и вот от такой личной жизни перейдем уже к более профессиональным вопросам. Какие изменения в управлении ассортиментом диктует экономическая ситуация в данный момент? Это хороший вопрос. Фактически диктует экономическая политика и не экономическая политика. Здесь в большей степени это касается покупательской способности. Покупатели, по сути своей, изменилось их поведение. Изменилось каким образом? Премиум-сегмент покупателя, он как был, так и остался. Это фактически 10-15% украинцев. Те, кто были в среднем сегменте, они в большей степени перешли в сегмент средний минус. Исходя из этого, понятно, что должна меняться и покупательская способность. Часть, конечно, этого среднего перешло в премиум. Это те, кто получает зарплату в долларах, типа айтишников, вот этот сегмент людей. Но их достаточно немного, это вот 10-15% населения Украины. Остальные перешли в средний минус, и это означает, что и ассортиментная политика, по сути, должна уйти туда. Потому что люди не перестали быть, ну, у них в потребностях не перестал быть тот товар, который они раньше покупали. А чи змінилося у ритейлерів підходи до формування ассортименту або товарної пропозиції? Конечно, изменились. У большинства они изменились. Но здесь Украина слишком большая страна, чтобы просто говорить, что у ритейлера изменилось. Изменилась она у всех по-разному. То есть, если мы возьмем региональные магазины, региональное развитие, то как бы там идет рост. Если там брать крупные продовольственные сети, непродовольственные сети, они там открывают магазины, за счет этого фактически последние два года уже у них рост и продаж, и объемов продаж, и подходы к ассортиментной политике. Если мы говорим о Киеве, о крупных городах, там Одесса, Днепропетровск, здесь, да, ассортиментная политика пошла в сторону эконом-сегмента. Нет такого очень большого роста, как, например, там, если мы возьмем города там, Черноморск, Южный в Одесской области, Вознесенск в Николаевской области. Там действительно строятся новые магазины. Вот недавно, буквально в прошлом году, в августе, в сентябре, одна из сетей непродовольственных открыла 5000-ные магазины. В Кривом Рогу открывались магазины в феврале, вот сейчас в апреле. То есть, как бы, региональный рост существует, потому что люди, в принципе, перестали, ну, не нужно ехать в областной центр, можно найти эти товары здесь на месте, по тем же ценам, по сути. Ну, а стоит ли производителям вот учитывать эти изменения, либо есть смысл расстраивать собственную сеть? Производителям, конечно, нужно учитывать эти потребности, они их учитывают в большинстве случаев. Что касается расстраивания своей сети, то это как бы хорошая идея, но это достаточно серьезный ресурс, с которым, мне кажется, большинство производителей в Украине просто не справится. Почему? Потому что люди в магазинах привыкли уже покупать, делать комплексную покупку. То есть они не приходят, например, за украинским производителем унитазов, да, и купили унитаз. Они хотят купить к унитазу сливные трубы, шланги, поставки, щеточки. А это, к сожалению, производитель обеспечить самостоятельно не может. Ему нужно все равно будут обеспечивать поставки товаров этих. А так как это с нуля, то конкурировать уже реально с гигантами в Украине это достаточно сложно. Какие вітчизняні можливості для розвитку непродуктовых продуктов? Ну, первое... роздрибу. Первое, в принципе, самое существенное, это развитие регионов. Как показал прошлый год и конец позапрошлого года,
года регионы начали расти очень сильно. То есть, например, если мы там возьмем две самые крупные сети в Украине в сегменте DIY, то они начали терять, потому что региональные сети начали открывать региональные магазины в районных центрах, в более-менее крупных городах, в которых там живет больше 50 тысяч населения. И они начали забирать эти доли у вот этих крупных магазинов в областных центрах. Это очень существенный рост для магазинов. И, как оказалось, такой рост, особенно прошлого года, показал, что производители, например, там, стройматериалов некоторых, просто не справились с потребностью этих магазинов. В сентябре основные производители там, тяжелых строительных материалов, я бы так назвал, они просто не обеспечивали потребности существующих даже сетей, не говоря там уже более мелких каких-то покупателях. Что следует перенять украинским ритейлерам от своих зарубежных коллег? Перенимать еще очень много. Я бы так сказал, что сейчас еще больше увеличилась конкуренция. За счет того, что покупатель начал перебирать, он начал выбирать, где ему комфортнее покупать, где дешевле покупать, где товар, особенно если это не продовольственный сегмент, дольше служит, например, или наоборот не дольше служит. Это, знаете, как человек же покупает не дрель, которая ему нужна, он покупает дырку в стене. А если он покупает дырку в стене, то он должен понимать, он один раз эту дырку сделает за год, это одну дрель надо купить. Если он там торговый центр собирает, это другая дрель, другого бренда, другого качества. Исходя из этого, фактически магазины начали развиваться таким образом, что нужно чувствовать покупателей. А это уже понятно, что опыт там, американских магазинов, европейских магазинов. Например, то, что сейчас в тренде в Америке, это там управление потребительским опытом. В Украине, из моей информации, успешно это реализуют всего две сети. Остальные пробуют, но это достаточно сложно. В чем выражается управление потребительским опытом? Меняется даже структура управления ассортиментом. Если раньше это просто категорийные менеджеры, которые закупают товары, продают его дороже, но с определенными инструментами, выкладкой, ценой и всем остальным, то сейчас эти сети пытаются внедрять управление не по категориям товара, а по категориям покупателей. То есть они сегментируют покупателей, что, например, Митя покупает, такие чашки в такой-то промежуток времени, и ему делается предложение либо с другими чашками, либо с более оптимальной ценой на эту чашку. В принципе, это в большей степени перенимание такого основного драйвера иностранного, это Tesco компания, в котором английская, в которой, в принципе, вы как Митя там числитесь. Митя, который любит покупать джинсовые рубашки, ходит в джинсах, любит пить красное вино, у него есть собачка, которую он кормит такими-то кормами, и, как правило, он все-таки покупает бутылку шампанского каждую субботу. Исходя из этих параметров, фактически и формируется дальше предложение, то есть они не просто аналитикой занимаются, а еще и готовят предложение. Угу. Вот это верх того, к чему нужно стремиться. А як ви гадаєте, хто в мережі має стояти на чолі розробки стратегії управління асортиментом? І як часто вони мають змінювати цю стратегію? Стратегия, сейчас, по-правильному, из книжек, стратегия, понятно, что там хотя бы на 5 лет должна строиться. Сейчас ее строить на 5 лет, я думаю, очень сложно. Исходя из этого, по нескольким причинам, не только потому, что там меняется покупательская способность, а и потому, что поставщики, не производители, они просто выпадают сейчас из-за курсов долларов, которые они импортируют товар. Есть много причин на это. По идее, стратегии и изменения этой стратегии должен заниматься, маркетинговое подразделение и коммерческое вместе, потому что потребности определяет маркетинговое подразделение, оно же привлекает покупателей в магазин, а понятно, обеспечивать продуктом, который нужен для людей, должно коммерческое, но они должны это делать вместе, потому что по сути, сейчас такое время, если раньше человек очень сильно реагировал на рекламу, там лет 5-7 назад он видел там, какой-то красивый товар и думал, пойду куплю его, то сейчас покупатели в большинстве своем, понимая свою потребность, ходят и ищут этот товар. И, по сути, ходят в несколько магазинов. Задача маркетинга – показать, что у нас этот товар есть и в хорошем предложении, а понятно, что уже коммерческого подразделения показать, что этот товар классный, и мы его продадим по нормальной цене, с нормальными
потребностями в качестве. Не качественные, а вот именно потребностями в качестве, которые нужны людям. Последовательность каких действий, ресурсов и данных нужно для удержания новых клиентов? И что нужно вот для поиска новых клиентов и для удержания старых одновременно? Это, знаете, как такое последнее слово начало употребляться последний год – комьюнити. По сути, это нужно общаться с покупателем. Да, есть магазины, конечно, продовольственные, где хлеб и молоко покупают, и тоже к ним начинают люди там выбирать, где им лучше покупать, где комфортнее, где холодильник работает. То особенно в DIY-сегменте здесь просто нужна постоянная коммуникация, нужно показывать новинки, нужно постоянно общаться и пытаться людям прививать какую-то такую культуру выбора хорошего товара, выбора качественного товара, выбора, ну, обеспечения сервиса, который будет. Потому что, в принципе, вот такая чашка же продается в сотнях магазинов в Украине. И, в принципе, если мне нужна только чашка, то я ее буду выбирать там, где дешевле, скорее всего. А магазины, как бы, в большей степени пытаются, многие из них, создавать тот сервис, которым там фишечки пособирали, для детей какие-то игрушечки после какой-то покупки. То есть вот это вот сервис и обстановка их, она и дает вот то дополнительное, как бы, преимущество, которое нужно магазинам и людям. Ассортимент постоянно расширяется в будь-якій сфері діяльності і продуктів також. Що допомагає визначити оптимальність категорії в ассортименті? Сейчас у большинства магазинов, у большинства сетей есть матрицы. Ассортиментные матрицы, по которым они определяют, какого товара должно быть в каком количестве, в каком ассортименте. Да, сама марка может меняться, то есть там, не знаю, продаем телефоны там 1, 2, 3, 4, 5, все, их 5 артикулов и есть. Может быть, вместо 5-го появится там другой, но их останется 5. Как правило, сейчас расширение ассортимента очень ограничено, исходя из того, что полки забиты, как правило, и поэтому здесь уже просто магазины в большей степени идут по тому, какая из чашек больше продается, какая дает больше маржи, какой больше покупают покупатели, и выводят тот ассортимент, который вот лишний, и заводят тот, который новый. А вторая тенденция, которая пошла, это с учетом того, что поставщики просто иногда начали пропадать, такая тенденция началась с 2008 года, и вот там в 2013 она повторилась, по сути. Ритейл начал работать с собственными торговыми марками, то есть они заказывают товар под себя, либо это импортный товар, либо в Украине, и они уже понимают, что у них есть контракты годовые, в которых они понимают, что эта чашка всегда будет стоять на полке. Потому что проблема всегда стоять именно этой чашки на полке, она была, ну, достаточно серьезной вот в 2008-2013 году. Сейчас, в принципе, за счет СТМов она выравнивается. Дмитрий, как вы относитесь к практике, когда сильный поставщик управляет категорией совместно с сетью? Здесь надо понимать, с какой стороны на эту ситуацию смотреть. Если у меня магазинчик 50 квадратных метров, то это классно, потому что вас научат, как нормально торговать. А если у меня магазин 5000 квадратных метров, то розничному продавцу такой поставщик не очень интересен. Ну, он должен быть, но не очень интересен. Почему не очень интересен? Потому что тот, кто управляет, не дает нужную маржу и говорит, что продавать. А я хочу продавать то, что мне дает маржу, и то, что, как бы, нужно покупателю. Поэтому розничному продавцу это такой вот напряжен создает, с одной стороны. С другой стороны, есть такие бренды, там, типа, ну, не знаю, там, большие производители, импортные, там, производители сухих строительных смесей или, например, химии бытовой, без которых просто магазин существовать не может, потому что люди уже привыкли покупать одну и ту же там шампунь, например, или клей для кафеля, то они уже его и покупают. Поэтому бренд это должен присутствовать, и розничный продавец, как бы, с этим мирится, но, с другой стороны, пытается все равно вводить альтернативные торговые марки, собственные торговые марки, для того, чтобы, во-первых, дать более адекватную цену, потому что такой поставщик, о котором вы сказали, он еще рекомендованную цену держит. А рекомендованная цена точно не всем интересна, потому что покупатель не всегда может ее купить. Поэтому здесь вот такой вот стык. Но синергия, если правильно ее строить, синергия будет классная. Потому что у импортных поставщиков, у крупных производителей, у них реально есть чему поучиться, они по всему миру это уже делают. С другой стороны, как бы, сеть, она же создана неблаготворительностью, и, как бы, ей тоже нужна маржа, с одной стороны, а с второй стороны нужно удерживать покупателей, которым нужно давать все-таки товар, качество которого соответствует его потребностям. То есть дрель, которая просверлит один раз в год дырку, а не там супербренд, который я по наследству еще передам, дрель своим детям, там, внукам и всем остальным. А скажите, наостанок таке запитання, інтернет-торгівля або шоуруми, вони замінять стандартну, всім нам звичну торгівлю?
Это хороший вопрос. Здесь... Чи вони будуть паралельно співіснувати? Я думаю, что они будут параллельно сосуществовать, но здесь есть некоторые особенности. Понимаете, все зависит от той торговли, которой вы занимаетесь. Почему? Потому что, ну, есть там очень известные, да, там Amazon, Alibaba, там, не знаю, какие-то, какие, может быть, еще известные есть. Но они же не входят даже там в топ-100 ритейлеров мира. Хотя мы все их знаем, все знаем Amazon, но они не входят по объемам продаж туда еще пока. Это с одной стороны. С другой стороны, тот же Amazon уже пошел по пути того, что он открывает магазины физические, где хоть что-то, но лежит. Поэтому здесь это связка. Фактически на Украине, в России, в Европе интернет-торговля стала больше не интернет-торговлей, вот своей сущности, как торговля, через которую продают. Она стала дополнительным сервисом для покупателя. Когда покупатель заходит, посмотрел в интернете, там в том магазине, в котором нет цену, посмотрел, как этот товар выглядит, сфотографировал его, выслал жене, жена посмотрела на интернет, в интернет-магазине. И вот этот вот 24/7 сервис, как бы, он, да, он точно приемлемый, и он точно будет развиваться. Насколько он заменит в объемах продаж магазин, ну, я знаю огромнейшие сети на Украине, которые открывают эти интернет-магазины, думают, что от этого будет супер штука. С точки зрения продаж на одного продавца в интернет-магазине, это супер проекты для них. С точки зрения доли в продажах всей сети, ну, я даже скажу, что, ну, там 0,0, ну, 1%, назовем так, никто еще не превысил в Украине. Теска, опять же, это же можно говорить, потому что бренд английский, они дошли до 8% от объема своих продаж. Так это при том, что у них не то, что сайт работает, там в метро в Лондоне, почти на каждом метро стоит такой терминал, на котором вы можете заказывать товары и самовывозом забирать их в магазинах, вам их доставят. И они дошли вот до 7-8%, это вот результаты прошлого года. Поэтому, да, оно нужно как сервис, но то, что оно заменит такие физические магазины, я думаю, что это долгосрочная перспектива, а не перспектива там 5 лет даже ближайших. Дмитрий, спасибо вам большое за интервью. Надеемся, вы к нам еще зайдете в гости. И мы желаем вам от всей команды Первого делового продуктивной недели. Спасибо, что пригласили. Дякую вам.